женщины, двумя бога мужчины, да, и уже знаете их название, знаете фирменные жесты. Так вот сейчас вам нужно показать мастер-класс, громко крикнуть название и не забыть показать фирменный жест. Готовы? Коричневая команда. 3, 4. По одному подходим, выбираем фигуру, ставим на диск с любой стороны и уходим в конец колонны. Одна из самых ядовитых змей, кстати. Уходим в конец колонны, капибара. Очень милое, такое доброе животное, на самом деле, очень. Пумы. Молодец, уходи в конец колонны. Молодец. Маленькие, они большие башмаки, это мы подозвайки.
сегодня собрались. Сегодня ваш первый школьный выпускной, и я хочу вас с этим поздравить. Каждому из вас хочу я пожелать удачи, чтобы вы ставили перед собой цели, шли к ним вперед и смотрели на что. Я уверена, что у вас обязательно все получится. Сегодня, к сожалению, вы прощаетесь не только с вашей начальной школой, но и, конечно, с вашим учителем. Этот учитель, это ваша Светлана Олеговна, она с первого класса вместе с вами, она поддерживала, помогала вам, где-то вас ругала, ставила тройки, пятерки. Но самое главное, вы всегда останетесь у нее в сердце. Вспоминайте своего учителя добрым словом, приходите к ней в гости, рассказывайте, что у вас нового, которых она обожает, любит и ценит. Вы навсегда останетесь в ее сердечке, и она обязательно будет вас помнить. Самое главное, что я хочу вам сказать, никогда не забывайте своего первого учителя. 4...